выгуливаюсь, я такой выгуливаюсь, по лесу хожу, по берегу Томи. Тут тропинка такая, дорожка. Захожу в нее, а тут Деденс, автомобиль, что-то перевернутый лежит. Кого ждет? Вот такая фигня. Рычагам хана. Там рулевая на месте. Тут тютю. Амортизатора два. Ну все, вот такая вот бякушка мне попалась. Томь. Вот она, Томь. На той стороне люди живут уже. Ну что, дальше пойдем? Ну, как-то так. Что тут было, без понятия. Вода какая-то ржавая. Еще как следы чьи-то посторонние, как масло или хер его знает. Там вообще какое-то пятно желтое. За тоннами такой. Смотрите. Какая-то пленка с какой-то фигней. Засрали все. О, еще и рыба тут бегает, пугает нас. Пригрелась на солнышке. Так вдоль берега. Он вроде выбрался. А то там машина валяется. Чудесненько все. Все хорошо. О, вспомнил, я, мы зимой здесь приходили, здесь рыбаков было, весной ли. Прям больше, чем рыбы. Как они никого не тут ловили в этой грязи. Сикарага. Тихо. Ебашит.
что зависло. Да, пошла ты. Чайки летают. Люди сплавляются. Рюкзак мой отдыхает тоже. Еще и рыба плещется, черт побери. Вон круги расходятся. Ну, мелочь навалом. Ладно, пойдем дальше. Фигня здесь. Вот тут все раскопали. Вот так вот. Для чего это? Вот так вот. Копчик. На рыбалку пошел. Еще один. А у них там гнездо. Ну-ка, пойдем посмотрим. Голодные, наверное, орут.
Паша. Второй тянет. Донос. Вам хорошо. У вас крылья, а у нас ноги. Кто? Эй! Это что за чудо? Первый раз такое вижу. Чудо-юдо. Вчера там у нее зубы, что ли? Это что за стромота, блядь? Ладно, живи. Нифига себе. Непонятно, как она на меня смотрит. Четыре глаза у нее или два? И вообще безглазая. Что это такое? Это уши у нее? Или это просто цвет такой? Я еще такой сикараги не видел. Хвост сзади у нее. Какой-то как иголка какая-то. Там поди жало у нее.